Добрый день, друзья! С вами Наталья Стародубцева, и в сегодняшнем видео я предлагаю вам посмотреть мои покупки. Что же я купила для себя, для своей семьи в каталоге номер 12 в этом каталоге. И давайте я подробненько расскажу, покажу вам, что же я здесь приобрела. Так как у нас сейчас начинается осенний период, погода меняется, самое время начать пить витамины, поддержать свой организм, поддержать свой иммунитет. Хоть и в течение года мы пьем, но традиционно большинство людей начинает именно в осенний период, чтобы осень, зиму и весну организм хорошо перенес. Поэтому я точно так же сделала для себя покупку. Это женский wellness pack я приобрела. Здесь полностью все витамины, которые есть, рыбий жир, капсула витаминов и астаксантин, который является мощнейшим антиоксидантом для нашего организма и помогает бороться со всякими недугами. Здесь 21 саше. Выгодно, очень выгодно действительно покупать именно wellness pack. А не просто отдельно там витамины, баночка витаминов женская и рыбий жир. Вот так выглядит. Ну, кто постоянно смотрит мои обзоры, тот в курсе продукции, которую выпускает компания Oriflame. Ну, а тот, кто нет, я все-таки покажу вот так более подробненько. Две капсулы рыбьего жира, одна мультивитамины и черненький – это астаксантин. 21 саше как раз рассчитан на каталог. А следующее я себе приобрела – это супчик, спаржевый супчик. Мне очень нравится томатный. Я иногда миксую, а томатный в основном я добавляю просто, например, в суп или гарнир, когда делаешь, и нужно вместо кетчупа, я добавляю как раз наш томатный супчик. Здесь я себе приобрела спаржевый супчик, у него очень интересный такой вкус, и когда нужно утолить голод, и либо готовить неохота, либо просто быстренько нужно утолить голод, без вреда для организма, я как раз-таки пользуюсь супчиком нашим. А следующее, что я себе приобрела, начну из новинок, да, вот начинается наш каталог, тушь, которая презентуется в этом каталоге, это тушь Tremendous. Акция была 2, покупаешь, участвуешь в акции розыгрыша смарт-часов. Я люблю участвовать во всех акциях, поэтому я приобрела 2 туши. Одна запакована у меня, одной я уже пользуюсь вовсю. Вот так она запакована, видите, в пленочку. То есть ее невозможно открыть и посмотреть. Невозможно. Так вот она выглядит. Большая она такая, крупненькая, видите, серьезная такая тушь, пухлястик, как я ее называю. И давайте посмотрим, я не делала специально отдельного обзора на эту тушь, поэтому я сейчас в своем обзоре вам ее покажу, как она выглядит. Вот такая вот у нее щеточка, большая, большая щеточка. И если поближе посмотреть, то можно увидеть разную длину ворсинок. Да? 3 сантиметра у нее идет щеточка, большая, длинная щеточка, и 300, по-моему, около 300 мелких ворсиночек вот таких. Прекрасно прокрашивает. Действительно, рекомендую, вот по-честному рекомендую, потому что я уже практически месяц ею пользуюсь. Ну вот, когда начался каталог, я сразу купила новинку и начала ей пользоваться. То есть я не делаю вот обзор, не попробовав на себе, либо один раз попробовав и сказав, что вот что-то у меня там не получилось прокрасить, значит, тушь плохая. Нет, я пользуюсь ей каждый день. А я действительно в восторге от этой туши, потому что она именно хорошо удлиняет ресницы. И мне нравится, что сейчас тенденция в моде возвращается вновь на наши естественные природные ресницы. Я очень рада, что наконец-то нарощенные ресницы уходят у нас постепенно в прошлое, и на их смену как раз приходит естественная красота. Это всегда лучше, чем искусственные губы, искусственные ресницы. Это я так считаю. Брови искусственные. Но я за естественную красоту, за природную, которую можно подчеркнуть выгодно и, как говорится, с ней жить без ущерба. Поэтому я этой
тушью с удовольствием пользуюсь. Я сейчас поближе покажу, как раз у меня ресницы накрашены. Я вам покажу, как выглядит она на моих ресничках. Вот посмотрите, они у меня прокрашены. Она хорошо, действительно хорошо прокрашивает. Довольно-таки длинные ресницы. Я от природы сама не страдаю длиной ресниц, но мне нравится, вот именно нравится естественный рост. То есть у меня на два раза они прокрашены. Вот так она выглядит. Вот такая у нее кисточка большая. То есть вот они видно. Надеюсь, видно все-таки, потому что я сейчас не вижу. Не запись, а показывает так, как есть. И мне очень понравилась эта тушь, поэтому, девчата, если вы еще думаете и смотрели какие-то обзоры, и что-то в каких-то вам не понравилось, просто купите себе и попробуйте. Я тоже смотрела обзоры, я тоже смотрю обзоры блогеров, наших, кто консультанты, кто делает обзоры, кто вперед там меня может купить и сделать. И мне тоже это очень интересно, я также смотрю. Но я всегда на себе проверяю. Потому что некоторые мне не нравятся обзоры, как вот доносят. Как доносят именно тот продукт, что он вот получился нехорошим. Нет, я не делаю на скорую руку обзоры, поэтому я вот пользуюсь каждый день этой тушью. Мне она нравится. Действительно нравится, поэтому искренне от души я вот рекомендую попробовать, рекомендую. У кого, если объемные свои, да, вот густые такие ресницы, девчата, будет просто обалденный вау-эффект. Вы просто полюбите ее, действительно, эту тушь, и будет она у вас любимкой. Вот все, что касается про этой туши. Это тушь Tremendous. Нравится, рекомендую однозначно. Затем я купила себе вот такой бальзам для губ, который не оставляет следов помады на стакане. Забыла, как называется, на стакане. То есть вот он идет у нас как раз вот здесь. Вот он беленький, вместе с карандашами для губ. Я его себе приобрела. Вот он большой, беленький, стойкий The One. Вот он. Раз уж мы остановились на этой страничке с карандашами, вот они, 10 карандашей. 10 сводчей есть. Смотрите подсказку моего видео. Есть у меня 10 сводчей. Какой карандаш выбрать вам, в какой губной помаде. Очень удобный. Не буду сейчас здесь видео расхваливать и рассказывать, поэтому рекомендую, обязательно посмотрите видео про сводчи. Я там подробно рассказываю, чем эти карандаши новые отличаются от предыдущей версии карандашей The One. Все подробненько рассказываю, поэтому не останавливаюсь. 10 карандашиков, вот они. Смотрим сводчи. Затем купила своему ребенку наши любимые крокодильчики. Это зубная паста со вкусом клубнички, розовенькая. И зубная щеточка, такая вот розовая, на присосочках, тоже крокодильчик. Вот такую серию купила детскую. Затем я купила себе четырехстороннюю пилочку. Давайте мы ее откроем, посмотрим. Большая, пилочка большая. Вот так вот она идет. Причем она еще внутри, вот видите, ее видно. Она внутри еще тоже упакована вот такую вот пленочку. Вот ее видно, что вот здесь вот, ну, вот так вот, видите? Видно, нет? Вот срезик, да, видно. И так видно, что она в пленочке. Вот такая четырехсторонняя пилочка для ногтей. Она подписана 1, вот видите, затем 2 переворачиваем, внутри 3, и вот она 4, внешняя сторона. Мало того, что она так упакована, так еще и здесь внутри пленочка, пилочка. Следующее, что я приобрела, это масочку. Я люблю масочки, поэтому королевский бархат, антивозрастную масочку, конечно же, я для себя приобрела. Так вот она идет. Вот.
из серии. И здесь же из этих масочек, из новиночек, одноразовые. Мне они нравятся, одноразовые масочки. Это с инжиром идет масочка. А это идет с малинкой. Малина и инжир. Вот они масочки. Они чем удобны? Они идут вот в такой вот, как сказать, тарелочки, да, упакованы. А вообще она для однократного использования, для одноразового использования один раз. А, но смотрите, если, например, делать через день, и если вам много вот этой самого содержания, этой масочки, то, в принципе, можно открыть, закрыть. Ну, я не призываю, это я знаю, что многие так делают, а можно закрыть. Вообще любая маска, она идет на однократное использование, поэтому наносим на лицо, на зону декольте, поэтому в такой вот обычно большой, казалось бы, объем. Зачем, да, если на лицо очень много наносим, на зону декольте? Потому что у нас лицо заканчивается именно здесь. Вот такие вот удобные масочки из новинки серии Love Naturals я себе приобрела. Мне они очень нравятся. Затем из новиночек у нас пополнились коллекция теней Refill. Вышли, сейчас я покажу вам в каталожике, вышли три новых оттенка. Вот она, большая палитра теней Refill. У меня есть два видео теперь уже, полностью коллекция, которая была до этого. Поэтому в подсказочке смотрите. И вот они, три новых оттенка. Так вот они упакованы. Также есть видео с вотчи, где я подробно показываю. Сейчас здесь показывать не буду. Смотрите в подсказке. Все три оттеночка, как они красиво выглядят. Красивые действительно оттенки, когда их наносишь на кожу. У них такой сатиновый финиш идет. Ну, прекрасный. Поэтому смотрите, с вотчи есть. Все есть. Следующее, что я себе приобрела, это вот такую расческу. Мы ее уже открыли, попробовали. Это расческа для распутывания волос. Так вот она закрыта. Большая, видите, большая. Довольно-таки большая, хорошо расчесывает. Ну вот, такая расчесочка. Любимый девушкин цвет, да, девчачий, розовый. Ну, это, скажем, на любителей. Я просто так говорю, что розовенькая, прекрасно поднимает настроение. Это расческа. Идет. Следующее, что я взяла из новиночек, это новый осенний шарф. Вот так вот он. Палантин. Да? Так вот он упакован. Я его еще даже, девчата, при вас сейчас распаковываю. Показываю, как он выглядит. А сейчас покажу, как выглядит. Найду в каталоге, как он выглядит на картинке. Так, смотрите, вот так выглядит он на картинке, да, такой яркий. И вот так он выглядит в реале. Практически совпадают. Совпадают оттенки, поэтому если сомневаетесь, брать, не брать по картинке, он совпадает. Как видите, сами. Вот. Такой вот интересный, видите? Один к одному совпадает. Размер у него большой размер. 1,90 м в длину и 90 в ширину. Вот здесь вот у нас стали вот такие бирочки компании вешать дополнительно, видите. На ощупь он приятный, действительно приятный к телу, мягкий и очень даже, смотрите, какой интересный, симпатичный. Мне нравится. То есть добавить яркости в свой образ – очень даже интересно. Можно, кстати, в каталоге как раз-таки и... Да, вот он такой толстый, теплый. Причем даже на такую, знаете, на позднюю осень хорошо пойдет. Потому что вот он так обволакивает шею. Тепло. Действительно тепло. Он такой толстенький. И что мне нравится в каталоге, здесь есть варианты ношения, да, вот этого аксессуара, как можно его повязать. То есть, если думаете, не знаете как, традиционно, да, можно вот просто его расправить. И здесь вот так вот пояском будет интересное дополнение. Вот. Очень такой интересный, яркий. Мне нравится. Приятный.
приятный такой вот он. А здесь маленькая бахромушечка идет такая у него, видите? Вот так вот. И все. А следующее, пока не забыла, возможно, вы уже заметили, из новых аксессуаров, из новой коллекции аксессуаров «Осень в воздухе» я приобрела себе вот эти серьги. Мне они очень понравились, потому что они такие нежненькие, вот с натуральным аметистом, вот так они выглядят в коллекции, вот они серьги. И когда я приобрела серьги, я поняла, что я хочу вот такой теперь кулон. Поэтому в следующем каталоге я возьму себе кулон. Поэтому давайте я вам покажу, как выглядят эти серьги. Посмотрите. Красивущие. Красиво они выглядят. Они очень нежные. Красивый цвет такой у аметиста. Мне очень они понравились. То есть они такие универсальные. Сейчас покажу. Вот такая вот у них застежка идет, видите, крючком. И вот так вот они раз и застегиваются. Вот такая серьга. Действительно, красивые серьги. Очень-очень мне понравились они. Поэтому я себе сразу же, не раздумывая, взяла. Ну, а кулон, я надеюсь, что я приобрету в следующем заказе, потому что будет это очень интересно смотреться с джемпером, с блузкой. Поэтому рекомендую тоже. Следующее, что я пока сниму палантин. Следующее, что у меня из новинок куплено, это новинка туалетная вода и спрей для тела. Так как у нас сейчас уже осень, и парфюмы идут у нас уже более такие сладкие, теплые, осенние, не освежающие. Также и здесь. Чем они интересны? Их можно смешивать. Их можно комбинировать, если вы когда-то хотели стать парфюмером, да, и попробовать себя в этом искусстве. Вот как раз-таки компания идет в ногу со временем и предоставляет нам такую возможность. Отличается только одной ноткой. Все остальное одинаковое у них. Сейчас посмотрим. У спрея идет, сейчас я прочитаю, цветочный, фруктовый, древесный. Здесь, сейчас посмотрим в каталоге как раз. Здесь идет семена гуараны, яблоневый цвет и пачули. Здесь идет. Здесь идет то же самое. То же самое идет семена гуараны, пачули, но солнечная роза. Поэтому сразу забегая наперед, можно ли с другими туалетными водами миксовать? Нет, нельзя. Компания специально делает вот такие штучки, когда можно однотипную композицию смешать и получить новый парфюм. Как, например, здесь роза, а здесь яблоневый цвет. Да? Только один компонент отличает все остальное в составе одинаковое. Давайте мы откроем, посмотрим, как выглядит туалетная водичка. Итак, вот так выглядит флакончик, комбинированный, темный, светлый. И давайте прыснем. Смотрите, как смешиваем. Берем воздух, прыскаем один раз туалетная водичка. И чтобы получить новый парфюм, мы спрей для тела распрыскиваем. Точно так же, но только два раза. И тогда вот это облако, когда перемешивается, у нас получается абсолютно новый, теплый, такой теплый, обволакивающий аромат. Поэтому рекомендую. Можете взять, если не хотите смешивать, можете взять один любой. Либо туалетную водичку, она более такая насыщенная, более теплая, либо полегче. Это спрей для тела. Ну, а если мы смешиваем, здесь совсем другой аромат получается у нас с вами. Это из новиночек. Еще я взяла себе для волос, это тоник-стимулятор роста волос. Ну, вот хочу попробовать, как бы,
чтобы не выпадал волос, он у меня не так сильно выпадает, но вот хочу простимулировать волос и посмотреть, как он будет, потому что я наслышана очень много положительных отзывов в нашей структуре, что действительно этот тоник-стимулятор роста для волос, он помогает, начинают волосы расти, то есть он оживляет волосяную луковицу, и вот я хочу тоже попробовать, поэтому купила себе как раз тоник-стимулятор роста. Он идет со скидкой. И, девчата, в заключении моих покупок, моего обзора, я остановлюсь вот на этом прекрасном продукте. Не побоюсь этого слова. Также пользуюсь я, потому что заказ сделала еще в начале каталога, в самый первый день действия, в воскресенье. Поэтому я пользуюсь, активно пользуюсь теми продуктами, которые я сейчас показала. Я приобрела новинку. Новинку – это ночное масло Элио. Так вот оно выглядит. Темный флакон у него. С дозатором. С дозатором идет. И вот так выглядит оно в каталоге на последней странице. У нас последняя страница. Все. Здесь вот представлено масло для волос. А у нее как раз сейчас в каталоге супер цена 499 рублей. Богачество для наших волос. Это действительно так. Ой, простите, я тут маленько побушевала. Содержит оно богатейший у нее состав. Масло камелии, органовое масло, розовое, самое дорогое масло в мире, розовое масло. И репейное масло, знаменитое репейное масло, да, которое в советское время женщины, кто вот, скажем, оттуда родом, всегда пользовалась популярностью репейное масло для волос. Шикарный продукт. Я в свое время из советских времен скажу вам, что не любила масло за то, что его очень трудно смывать с волос. И кто хоть один раз девушке попробовал, он прекрасно знает, насколько трудно смыть масло для волос. Вот насколько оно полезно для волос, настолько было трудно его смыть. И потом не просто было его смыть, а оно еще и оставляло вот этот вот масляный запах на волосах. И мне это не нравилось, и я всегда редко пользовалась. Ну уж когда совсем вот мне надо, я настраивала себя, потом мыла, ну и парфюмом обрызгивала волосы, чтобы только не было запаха масла. Хорошо, что косметология, косметика идет в ногу со временем, и сейчас появляются такие смарт-продукты, которые не нужно смывать, которые имеют прекрасный, великолепный запах, нежный такой, тонкий запах на волосах. Хочется их трогать и трогать. Вот они у меня прям, знаете, девчата, шелковистые. Серьезно, я пользуюсь вот этим маслом. 2-3 дозатора мне хватает на мою длину волос. У меня до лопаток волосы, не перебарщивая. То есть вы не сможете вот так вот взять, и если 2-3 нажатия колпачка, я наношу на влажные волосы после мытья, и утром просыпаюсь, они у меня все шелковистые, прекрасно смотрятся, то есть и к ним хочется притрагиваться и притрагиваться, прикасаться. Вот они такие природные, красивые, красивые получаются. Не нужно смывать. Масло не смывается. Ночное масло для ночного ухода не пачкает белье. То есть мы смело нанесли, походили и ложимся спать. И не боимся, что какие-то жирные следы останутся на подушке. Этого нет. Однозначно нет. Это проверено. Потом у нее прекрасный запах. Знаете, такой вот восточный, теплый, согревающий такой запах. Но когда наносишь на волосы, просто блаженство. Действительно, просто блаженство от этого маслица. Мне оно очень понравилось. Я люблю несмываемые продукты. Я постоянно ими пользуюсь. Например, у нас есть вот такой спрей серии HairX. Да? Им можно просто взять, он увлажняющий. Не, он уже заканчивается, тут его чуть-чуть осталось, надо будет докупить. Также побрызгал волосы, все увлажнил. Это увлажняющий спрей, также его не нужно смывать. Я люблю такие продукты, которые не нужно с волос смывать. Из серии Элио я также пользуюсь вот таким вот маслицем. То есть, когда не было ночного, да, я постоянно пользовалась вот такими разными.
также вот опрыскивает волосы. Но здесь было немного для меня проблематично, что если я на влажные волосы вот это масло Элио из этой серии наносила чуть-чуть лишнего, то получалось, что они такие тяжеловатые. Когда утром просыпаешься, вот они такие тяжеловатые. А вот с этим маслом такого нет. Правда, вот какая-то сказка невероятная, но так оно и есть. На ночь наносишь, утром просыпаешься, они все вот шелковистые, как будто только-только их вымыл. Вообще не склеенные, ничего, никакого, ни блеска жирного, ничего. Просто вот именно такой природный блеск здоровых волос, природный блеск здоровых волос. Рекомендую, девчата, однозначно, кто любит свои волосы, кто хочет восстановить их там после окраски, после милирования, покупайте вот это масло. Однозначно не пожалеете. Однозначно, вот правда рекомендую. Я вот свои волосы восстанавливаю маслом. То есть я пользуюсь нашим Элио. Еще у меня есть оливковое масло для тела также. Ну вот это фавориты. Теперь это точно однозначно must-have, мои фавориты. Поэтому я рекомендую. Все, мой обзор заканчивается. Вот такие были мои покупки. Пишите, девчата, в комментариях, что вы для себя приобрели, что вам понравилось, о чем бы вы хотели больше, подробнее узнать. Я буду делиться своим опытом с вами. Задавайте вопросы, пишите, оставляйте комментарии под видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят на моем канале. Поэтому будьте красивы. До новых встреч. Пока-пока.